Ледяной ветер, холод, снег и собственные страхи – главные соперники смельчаков, бросивших вызов ледовому полумарафону «Honor Владивосток Ice Run». Ежегодно на льду бухты Навик собираются сотни бегунов, мечтающих покорить стихию и доказать себе, что они способны на все. Одни бегут ради победы, другие – ради положительных и даже экстремальных эмоций. Но всех объединяет одно – любовь к бегу. Ледовый полумарафон «Honor Владивосток Ice Run» является ключевым событием не только в спортивном, но и в туристическом календаре Приморского края. С каждым годом количество участников становится все больше. Каждый год мы подтверждаем и доказываем, что Владивосток действительно является беговой столицей России. О нашем проекте знают участники далеко за пределами Приморского края, Владивостока. И даже в этом году у нас много участников из регионов России, которые впервые прилетят на наше событие. Для кого-то полумарафонская дистанция – это победа над собой, а для кого-то уже традиция. Трасса по-прежнему будет проходить по замерзшему льду акватории бухты Навик. А вот точка начала маршрута и стартовый городок в этот раз расположится возле школы номер 5 поселка Канал. Добраться до места легко, школу хорошо видно с дороги. Одним из ориентиров может служить русская лыжня, которая хорошо известна поклонникам зимних видов спорта. Также рядом расположена остановка автобуса номер 22. В этом году у нас сохранились те же дистанции, детские 500 метров и 1 километр, также 5 километров, 10 и полумарафонская 21. На данный момент слотов уже нет, места выкуплены, мы впервые видим такую активность у людей. То есть действительно люди соскучились с этим годом, отсутствие мероприятий, и поэтому слоты все уже разобрали. Всем зарегистрированным участникам необходимо заранее получить стартовые пакеты. Это можно сделать 19 и 20 февраля в торговом центре «Малый ГУМ» на третьем этаже при наличии медицинской справки, паспорта и заявления участника. Тогда в день X, 21 февраля, ничего не будет отвлекать от получения самых адреналиновых эмоций этой зимы. Алина Черненко, Игорь Болтов, новости на 8.